Мне нравится, как он сказал «поехали». Лихоимщик, солома в бороде. Пошло по свету отзвуками, эхами, раскатами, кругами по воде. И главного конструктора знобило. И космодром был напряженно пуст. Такое слово было, но перед этим прозвучало слово «пуск». И сердце билось не внутри, а возле. И было незнакомо и смешно, а он ремень поправил словно вожжи. И про себя губами цокнул «но!» И широко, размашисто, стотонно, надежд не оставляя на потом, с оттяжкой по умытому бетону вдруг стегануло огненным хлыстом. И грохнул гром, и забурлила ярость, закрыла небо дымная стена, земля вогнулась чуть и, распрямляясь, ракету подтолкнула. А она во власти неожиданного бунта божественному куполу подстать. Так отрывалась от земли, как будто раздумывала, стоит ли взлетать. И все-таки она решила, надо. Запарена, по бабье тяжела, сейчас она рождала космонавта, единственного, первого. Пошла. Пошла, родная. Дальше было просто. Работа и не более того. Он медлил, отвечая на вопросы, не думая, что все слова его войдут в века, подхватятся поэтами, забронзовев, надойдят глазам. Мне нравится, как он сказал «поехали». Но главное, он сделал, так сказал.